собой представляет. Всем привет! Сегодня 23 декабря 2020 года. Мы идем выбирать елочку к Новому году. Здравствуйте, а почем елочки у вас? Сейчас я сниму, покажу своим просто. Да, да, без проблем. Есть где-то 1,60 м где-нибудь такая елочка? Да, 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 есть. Можно будет подобрать? Да. Попышнее мне бы. Вот пышнее, вот смотри, открыли, посмотрели, вот смотрели. Просто говорит, это, ну они метры хотели, метры она не подходит. А сколько это здесь? Я, это... По сантиметрам я. А сейчас это... подожди, сейчас. Сейчас. Проверим, пожалуйста, на дверь. Так. Здесь 1,60 м, 1,70 м отсюда. А, 1,70 м. Сверху, да. Верхушка здесь, видите, высокая. А? Очень ну, высокий, да? Да. Потому что ее срезать придется вот здесь. И вставлять только вот, то есть она где-то вот так вот получается. Ну, полезная у нее как бы высота небольшая. Нет, полезно там вот это не глядно, не так, это, оно же вот так вот, смотри. Ну, отсюда этот 1,60 м, например, получится. Ты сколько по деньгам-то выйдет? Ну, 1,700 м, и в общем, 1050 рублей. 1050? Да. Вот 1000 где-то рублей. Давай, хорошо, 1000. Потому что посмотрите, сам. Давайте мы ее посмотрим, если она мне понравится, я ее заберу. Можно? Потом да, упакуете ее. Сейчас. Вот, а я вас потом рекомендовать не всем буду. А? Рекомендовать вас буду. Вы знаете, я продавец. Я не обязательно продать, не продать. Тем мне полкотик. И что? Правильно. А то, что там продаст, то не продаст, это здесь. Ну, сразу жалко елочки же. Должны дома все-таки быть. Целиком хотите, да, посмотреть или как? Ну, я хочу посмотреть. Просто может так получится, что внизу она пышная, да? Ну, не, все хорошие, я не знаю, я... Мы как-то брали здесь, года два, наверное, назад. Не знаю. Брали? Да, да. Именно, плохой был? Была хорошая, очень елка хорошая была. Я ее, вот этот... Хозяин, который, да? Угу. У него лет 10 точка. Он сказал, самый хороший выберут для тебя. Да? Я говорю, меня не обижать. Сам говорил, что продался. Ну, да, видите, как вкусно. О, слушай, хороший, да. Даже очень хороший. Даже можно и срезать, чтобы действительно... Ну все, давайте, да, заберу. Так. Привет, Даниил. Привет. Расскажи, как ты украшаешь елочку. У нас скоро Новый год, да? 2021 год, скажи. Да? Ну-ка давай посмотрим, как у нас елочка здесь. Кто? Подлиза. Папа подлиза? Да, пап, тебе подлиза. Папа, тебе подлиза. Угу. Все, Коля сделал. Вот такие. Так, наша елочка. Даниил, тебе нравится елочка? Ага. Пышная елочка получилась. Ага, ага. Не пышная. Ты же молодец. Это ты сделала так? Ага. Ты нарядила елочку? Mm-hmm.
так. Подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо. Пока-пока.